Первая волна эмиграции началась, когда случилось вторжение. Речь идет о 100 тысячах, может и меньше. Вторая — после объявления мобилизации, и уже как минимум в два раза больше людей уехали. Мы скорее можем говорить о 200 тысячах. Ирония в том, что люди едут в совершенно другом направлении, в некоторые постсоветские страны, в Турцию и в другие государства. Это полное изменение географии миграции по сравнению, скажем, с 90-ми. Изменился характер эмиграции, уезжают в основном мужчины. И в профессиональном плане тоже существенно отличаются от тех, кто покидал страну в 90-х. Все это происходит в атмосфере, когда есть совершенно другое отношение к уезжающим людям. В 90-х им были рады и воспринимали как представителей прогресса и перемен. Сейчас часто их воспринимают негативно даже просто потому, что они из России, вне зависимости от политических взглядов.